В Лазаревском районе идет активная работа с подрастающим поколением, отмечают в администрации. Школьники и студенты постоянно следят за чистотой на мемориалах памяти, участвуют в районных субботниках. Так первокурсники профучилища номер 76, вооружившись метлами, мешками для мусора, кистями с краской, с утра наводили порядок у дворе дома номер 85 по улице Павлова, своим примером доказывая сочинцам и гостям курорта, что следить за порядком может и должен каждый. Я участвую первый раз, и мне очень нравится участвовать. И я вот сейчас крашу бордюры, еще что-то буду красить. Мне нравится делать свой город чище. Я вообще как бы люблю помогать, то что всем. И как бы будет город ярче и чище. Как бы детям будет интереснее играть, то что яркое все. Градоначальник тоже поучаствовал в субботнике. Вместе с первокурсницей покрасил детскую горку. Я вообще-то хорошо крашу, так что... получится, у меня не переживайте. Следить за порядком на своих придомовых территориях нужно регулярно, отметил мэр, и не только во время субботников. Вы на правильном пути, и в следующий раз у меня просьба какая, вот не только, значит, самим показывать, но видно, видите, вы как бы должны были своим примером заразить всех остальных. Задача-то наша с вами, это, конечно, мотивация, чтобы люди все-таки понимали, что жить надо в чистом, красивом городе, в чистом, красивом поселке. После субботника мэр Сочи встретился с молодежным активом Лазаревского района. Юные перспективные ребята, достигшие хороших результатов в спорте, творчестве, лидеры общественных организаций, обсудили свои проекты и идеи. Многие из них признались, что хотят остаться жить, работать здесь и быть полезными родному Сочи. Ведь сейчас на курорте есть множество возможностей для реализации собственных идей и проектов. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.